Наша сегодняшняя работа посвящена графу. А именно, мы сегодня выведем формулу, которая называется формула Эйлера. Давайте сначала обсудим просто, что такое граф. Если у нас есть несколько точек, и они соединены между собой отрезками, то говорят, что нарисован граф. Давайте я сейчас нарисую достаточно большой такой граф. Пожалуй, хватит. Вот эти вот точки называются вершины графа. Отрезки, ребра. Давайте посчитаем, сколько у этого графа вершин, сколько у него ребер и сколько у него грани. Грань – это та часть плоскости, которая получается, если прорезать плоскость по всем ребрам. Значит, итак, вершины. Давайте считать. Первая, вторая, третья. Так, вершин у него получилось 14. Ребер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Теперь давайте отмечать грани. Что? Вот, ты один зачеркнул. Вот я один зачеркнул. Молодцы. Спасибо. Бдительность проявили, иначе у нас ничего не получилось. Так, первая грань, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И вся внешняя. Все-все-все, внешнее такое океан мировой, это будет грань номер 8. Получилось 8 граней. Ну, на первый взгляд, просто какие-то числа. Давайте я сейчас нарисую несколько примеров графов. Для каждого из них, соответственно, посчитаю, сколько у него ребер, сколько граней, сколько вершин, и буду все это хозяйство оформлять в виде таблицы. Значит, давайте сообразим, где будет таблица. Вот давайте с этой стороны. Значит, итак, у нас имеются вершины, графа будет много, ребра и грани. У первого из рассмотренных сегодня графов 14, 20 и 8. Теперь я рисую графы. Разумеется, вы можете нарисовать и какие-то свои тоже, но мои обязательно нарисуйте. Вот так рисуется куб. Если вы подходите к кубу и смотрите на него, надо представлять себе, что куб сделан из проволоки, и вы подходите к одной грани близко-близко. Тогда она будет казаться большой, а параллельная ей грань будет казаться меньшей. Так вот, это изображение куба. Дальше давайте посмотрим, как выглядит тетраэдр. Тетраэдр выглядит вот так. Да, еще мне надо, наверное, нумерацию рисунков ввести. Давайте будем называть это, естественно, рисунок номер один. И
номер 2, а треугольник номер 3, тетраэдр номер 4. Так, у треугольника. У треугольника три вершины. Нормально. Естественно, ребер тоже 3. Грани сколько у него? 2. Замечательно. У тетраэдра. Так, давайте, где можно, я буду подписывать. Куб, треугольник, тетраэдр, вершин 4, ребер 6, грани 4. Это тетраэдр. Пожалуйста, слово тоже запомните. Тетраэдр. Теперь мне нужен пятый рисунок. Пятый рисунок. Это будет октаэдр. Давайте я попытаюсь объяснить вам, что это такое. Что такое октаэдр? Значит, если вы возьмете тетраэдр, я немножко издали начну разговор. Если вы возьмете тетраэдр и отметите в нем центры грани, вот это центр такой грани, эта точка центр такой грани, центр нижней грани, и еще есть замечательная вещь, центр той задней грани, то фигура, которая получена с вершинами в этих точках, тоже будет тетраэдром. У нее тоже 4 вершины, потому что грани у тетраэдра 4. Ребята, вообще лучше, если вы посмотрите фильм, который сделан Михаилом Юрьевичем Пановым на эту тему, потому что там действительно настолько все красиво и понятно нарисовано, что мелом на доске я это не сделаю никогда. Вот в интернете этот фильм лежит, он у нас будет в нашей стандартной рассылке, и он выложен на сайте quant.info. Там есть раздел «Советую почитать», а в разделе «Советую почитать» на рисунке Панова, в том числе и другие. Очень советую посмотреть этот фильм. Сейчас, разумеется, на это ни времени нет, ни технические возможности. Но вам вот ровно в этот момент стоит, когда придете домой, поскольку будете смотреть эту запись, остановиться, посмотреть фильм, где всевозможные правильные многогранники показаны, и только после этого продолжить дальше. Так вот, смотрите. Я все-таки попытаюсь мелом изобразить, что такое октаэдр. Значит, если вы берете куб и у него отмечаете, у куба, отмечаете центры грани, то получается вовсе не 8 вершин, а только 6. Смотрите, вот эта точка, центр верхней грани, это центр правой грани. Сейчас я отмечаю центр левой грани. Есть, разумеется, там центр задней грани. И вот наша верхняя точка, она, разумеется, соединена со всеми... Так, значит, левое вот это соединение, заднее вот это, правое вот так вот соединено. И на самом деле есть еще передняя грань. С ней тоже это, у нее есть центр, с ней эта точка наша тоже соединена. Заметьте, что? Нижняя. Да, молодцы, совершенно верно. Точно так же, как у нас есть верхняя грань, точно так же я должен не забыть, что есть центр нижней грани, и соединить с этими четырьмя. Так, так, так и там так. Вот. Ну и, разумеется, между собой эти наши четыре точки тоже соединены. Значит, ребят, может быть, получилось не очень красиво, но надеюсь, что понятно. Значит, смысл такой. 6 вершин у октаэдра. Вот эта точка, эти четыре и нижняя.
И из каждой точки выходит 4 отрезка. Пишу. Значит, пятая картинка. Только вопрос, как ее нарисовать на плоскости, чтобы не было пересечений. Заметьте, здесь вот есть такие пересечения, которые мне совершенно не нужны. Ответ. Надо подойти к одной из граней, ну, например, к этой, и встать к ней близко-близко. Тогда противоположная грань будет казаться маленькой, эта грань будет казаться большой, и вся картинка превратится вот в такую. Значит, большой треугольник, внутри него вниз вершиной маленький треугольник, и вот так вот соединено все отрезками. Так, ребят, в обязательном порядке нарисуйте себе в тетрадь эти картинки. Хоть даже вы и фильм посмотрите, все равно своей рукой это обязательно надо нарисовать. Заметьте, очень забавная картинка. Из каждой точки выходят 4 отрезка. Точек всего 6 штук. Так, пишу. Октаэдр. Октаэдр. Вершин. Вершин 6. Ребер 12. Просто можете посчитать пальцем. Смотрите, как. 3 это внешний треугольник. 3 внутренний уже 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Или другой способ. Если у нас 6 точек, и из каждой выходит по 4 отрезка, значит, надо 6 умножить на 4. Но при этом каждый отрезок будет посчитан дважды, поэтому надо еще на 2 поделить. 24 поделить на 2, это будет 12. В любом случае 12 отрезков. Да, вот. Грани, тоже просто посчитайте, будет, безусловно, 8 штук. Давайте я просто покажу эти грани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вся внешняя грань 8. Отлично, октаэдр нарисовали. Теперь начинается довольно тяжелое упражнение и для вас, и для меня. Нужно нарисовать 2 правильных многогранника, один из которых называется икосаэдр, а другой называется додекаэдр. Совершенно верно. Давайте я это сейчас буду делать. Значит, итак, каким образом рисуется додекаэдр? Я сразу буду рисовать на плоскости, то есть вот если подошел к этой фигуре и на нее смотришь сблизи. Итак, рисуем правильный пятиугольник, что, между прочим, для многих из вас уже само по себе непросто. Вот. И дальше, ребята, очень важно, рисовать надо не так, чтобы посмотрели, как я нарисовал, а потом целиком эту картинку пытаюсь. Ни в коем случае. Рисовать надо по этапу. Этап номер 1. Нарисовали правильный пятиугольник, и из каждой точки отложили по отрезку примерно одинаковой длины, и постарайтесь, чтобы фигура была такая действительно более-менее ровная. Рисовать ни в коем случае не по клеточкам. Если вы попытаетесь, чтобы этот отрезок был обязательно горизонтальным или вертикальным, и этот тоже горизонтальным или вертикальным, то у вас здесь получится 90 градусов, ничего не будет. Конечно, это надо рисовать не в узлах клеточек, а так более-менее. Именно рисовать. Теперь делаем простую вещь. Ставим точки таким образом, чтобы у нас получилось в каждом из этих мест симпатичная картинка, а именно пятиугольник. И соединяем. Везде получились пятиугольники. Так. Заметьте, пожалуйста, из всех вот этих точек выходит по 3 отрезка. Из этих точек тоже выходит по 3 отрезка. Ну а из этих выходит по 2 отрезка.
всех присутствующих. От вас ничего сверхъестественного сейчас не требуется. Просто у нас есть один рисунок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Ну, в какой-то момент там надоест, и мы, конечно, перейдем к общей закономерности. Но пока наша с вами цель – это нарисовать несколько примеров того, что называется планарные графы. Значит, итак, я рисую каждый раз по одному отрезку, чтобы теперь и отсюда тоже как все время выходило дым. И завершаю картину. Завершаю картину. Вот это и получилось то, что называется граф Тодекаэдра. Давайте я не так пишу, потому что это важно. Додекаэдр. Считаем, сколько у него вершин. Вот этих 5. Следующий ободок 10. Следующий опять 5. Всего 20 вершин. 20 вершин у додекаэдра. Считаем ребра. Ну, здесь есть разные варианты. Один состоит в том, чтобы просто пройти и посчитать. Но можно похитрее. Смотрите, из каждой вершины выходит 3 отрезка. Поэтому можно сделать так. 20 умножить на 3. Получится, понятно, 60. Но это неправильный ответ. Потому что, когда вы считаете, с этой вершины 3 отрезка, или когда вы считаете с этой вершины 3 отрезка, то вот этот отрезок посчитан и здесь, и здесь. Для получения правильного ответа надо разделить на 2. Получится, разумеется, 15. Значит, смотрите. Смотрите, что у нас, чтобы убедить вас, что это правда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Опа! И где? А вон еще. Наверху. Наверху влево. Подсчетом и просто так и перечеркиваю, посчитаю. Теперь грань. Ну, это совсем просто. Значит, у нас есть одна грань, вокруг нее 5 штук, это уже 6. Вокруг 5 штук, это 11. И вся внешняя 12. Значит, получилось 12 граней. Так, седьмой рисунок, это икосаэдр. Икосаэдр. Здесь есть два способа. Один способ я боюсь сейчас показывать вам, потому что он состоит в следующем. А может быть и получится. Давайте попробуем. Он состоит в следующем. В построении так называемого двойственного графа. Кстати, и для куба, и октаэдра надо было вам это показать. Сейчас покажу. Двойственный граф – это вот что такое. Когда у вас есть любая такая вот картинка, вы можете в центре, или даже не важно, что внутри каждой грани, поставить по одной точке. Это столицы. Вот эти. Представьте себе, что это государство, это другое государство, третье, четвертое, так вплоть до 12-го. И мы ставим, так, и внешнюю область тоже надо где-то точку поставить, без этого никак не обойдешься. И дальше, если у нас была граница между двумя государствами, то давайте между ними, между столицами, выстроим железную дорогу. Вот смотрите, это ребро, оно как бы поворачивается, превращается в такое. Здесь то же самое, выстраивается железная дорога.
Выстраивается, выстраивается. Все понимают? Вот, замечательно. Постарайтесь у себя нарисовать. Я очень боюсь, что будет некрасиво, но, может быть, со второй попытки получится. Так, я не уверен, что у меня получается здорово, но, тем не менее, как-то получается. Важно, что так можно, в общем, с любым графом планарным сделать. То, что получится, если, разумеется, не забыть эти отрезки нигде нарисовать, то, что получится, вот здесь где-то был отрезок, называется как раз икосаэдр. Заметьте, какие у него грани. У него грани треугольные. Да, и, разумеется, внешнюю вот эту точку тоже надо было не забыть. Ой, просто ужасная какая-то картинка. Да, и вот оттуда тоже. Вот, нет, ребят, я, разумеется, сейчас вам касаюсь этого нарисую гораздо лучше, но и так тоже надеюсь, что при большом желании, если взять цветной мел, у нас могло бы хорошо получиться. Так вот, вторая попытка. Второй способ рисования икосаэдра будет гораздо лучше. Если вы сегодня даже ничего не поймете, но просто нарисуете эти картинки, уже дело. И те, кто запись в интернете смотрят, в обязательном порядке надо своей рукой это все нарисовать. Значит, итак, огромных размеров. Прямо на страницу. Рисуется всю страницу. Рисуется равносторонний треугольник. Лучше по линейке, потому что от руки, боюсь, многие из вас достаточно ровно нарисовать не смогут. Я сейчас буду объяснять по этапам, что мы делаем. У нас из каждой вершины должно исходить 5 отрезков. Поэтому мы делаем так. Ставим около середины стороны точку, около середины второй и около середины третьей. Ставим по одной точке. И соединяем с этими вершинами. Вот. Значит, повторяю, что у Панова это все нарисовано совершенно замечательным образом. Поэтому считается обязательно там посмотреть. Да, все, сделалось. Но пока только 4 отрезка выходят, а надо 5. Поэтому из каждой вершины я еще рисую по одному отрезку. Каждый вот из этих 3 моих исходных вершин. Я еще рисую по одному отрезку. На некоторое время останавливаюсь, потому что нужно, чтобы вы быстро это перерисовали. Значит, еще раз. Первый этап. Треугольник. Второй этап. Около середины каждого отрезка, каждого из 3 отрезков взять внутри по одной точке и соединить с вершинами исходного треугольника. Это у нас уже есть 6 вершин. То есть первые 3 вот эти, следующие 3 вот эти, следующий этап провести по одному отрезку и, естественно, здесь тоже заметить точки. У нас уже получилось 9 вершин. Между прочим, у икосаэдра вершин не так уж и много, их всего-то 12 штук. Ребер 30, а грани у него будет 20. Грани этих треугольников 19 внутренних и одна внешняя такая треугольная грань. Так вот, сейчас нужно, чтобы у всех это красиво было сделано. Пока это не сделано, то дальше двигаться бессмысленно. Значит, вот до этого этапа, пожалуйста, сделайте. Не экономьте бумагу. Вообще, ребята, я должен сказать, крайне важно, когда вы занимаетесь геометрией, не пытаться рисовать маленькие чертежи. Поскольку и зрение портится при этом на самом деле. А главное, плохо видно. Очень советую,
использовать листы бумаги размером А4. Ну, сейчас у вас, естественно, нет с собой, но дома есть такая стандартная пищевая бумага. Там 150 рублей стоит пачка, ну, то есть от магазина там, меньше, больше. И это полезно. Пачка это 500 листов, хватит вам очень надолго, но такую бумагу использовать очень полезно именно для геометрии. И другая вещь. То, что я сказал, было верно там, 10 лет назад и раньше. Сейчас возникла программа, которая называется «Живая геометрия». Как-нибудь мы с вами обязательно обсудим, я покажу ее работу вам, но ей полезно пользоваться. Это в компьютере можно рисовать абсолютно точные чертежи и распечатывать. Или даже просто на экране смотреть. И получается гораздо более прямые линии, даже чем вы можете нарисовать в линии. Так, все. В следующем этапе перехожу? Да. Перехожу, отлично. Соединяю везде. Соединяю вот эти вот отрезки. Провожу. Смотрите, что у меня сейчас есть. Три вершины внешние, из которых уже ничего больше рисовать невозможно, потому что из них выходит уже по 5 отрезков. Отсюда выходит только 4, поэтому я должен нарисовать из каждой из этих трех точек еще по одному отрезку. Так, пожалуйста, все сделайте это. Это следующий этап нашей картины. Следующий этап, это у всех должна получиться такая вот замечательная картина. Ну, лучше даже более ровная, чем у меня. Повторяю, Иванов нарисовал это все на компьютере, очень советую посмотреть, потому что там, безусловно, очень красиво. Вот, но сейчас без всякого компьютера просто... Сделали? Да. Что, жду, жду. Можно подождать, чтобы действительно все сделали. Если получается некрасиво, не бойтесь взять и начать заново. Не пытайтесь сто раз стирать, а лучше взять и нарисовать новый чертеж, если не получается старый. Если с первого раза не получилось. Работает? Значит, ребят, все легко. Все легко. Когда вы проведете вот так, то отсюда уже выходят 5. Отсюда сколько? Между прочим, тоже, да, уже давно выходили 5. И отсюда 5. И отсюда. И отсюда. Остались только 3 точки, из которых выходят по 3 отрезка. Догадайтесь, что я сейчас делаю. Их соединю. Больше точек уже не нужно. 3 внешние, 6 вот этих, 3 вот этих. Все, уже точки все нарисованы, все 12. Значит, я сейчас соединяю треугольник, правильно? Все. Победа. Мы все сделали. Мы все сделали. 12 точек. Ну, давайте для очистки совести я грани формирую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и внешняя вся грань 20. Все, все правильно. В таблице у меня прикасается 7-й рисунок, написано все правильно. Сейчас давайте поймем. Мы можем рисовать еще много разных чертежей. Я специально достаточно большую начертил таблицу, для того, чтобы сейчас с вами мы этим занялись. Ну, давайте, 13 картинок, я думаю, нам хватит.
Вот, но смысл уже не в том, что я сейчас буду рисовать, рассматривать разные еще примеры. А смысл в том, что уже нарисованная таблица, уже заполненные вот эти числа, дает вам возможность осуществить некоторое наблюдение. Числа в каждом столбце подчиняются какой-то простой закономерности, которая как раз и называется формула Эйгера. Цель нашего сегодняшнего занятия – эту формулу открыть. Так, я вижу, здесь уже есть поднятая рука, но слово я вам не дам. Потому что пусть лучше побольше народа сами догадаются, чем вы им расскажете. Давайте мы сейчас сделаем восьмой рисунок. Значит, итак, рисунок восьмой будет у меня вот какой. Я беру точку, от нее рисую несколько точек во внешнюю сторону, отсюда тоже рисую несколько точек, и отсюда тоже. Получился граф, который называется дерево. Давайте для этого самого дерева посчитаем, сколько у него граней. Кстати, понятно, сколько у него граней. Одна грань. У любого дерева одна грань. И давайте я напишу определение. Дерево. Ну, естественно, в биологии это совсем не то, что в математике. Хотя, между прочим, биологи этим математическим термином как-то странно тоже пользуются, потому что в последние несколько десятилетий биология превращается в очень серьезную науку, и математические методы там используются очень-очень-очень мощные. Так что не думайте, что биологи этот математический термин не знают. Очень даже знают. Так вот, дерево – это связный, планарный, я сейчас объясню значение всех этих слов, связный планарный граф без циклов. Так, поехали. Граф уже знаем. Это точки, соединенные ребрами. Планарный. От слова plane, плоскость. Это то, что нарисовано на плоскости. Дело в том, что в принципе в математике рассматриваются и такие графы. Берем несколько точек и их соединяем между собой веревочками в пространстве. Не все такие графы можно нарисовать на плоскости, чтобы не было пересечений. Помните, у нас сегодня была картинка, когда мы рисовали, и там ребра пересекались. Вот планарный – это значит, что граф нарисован на плоскости так, что ребра только в вершинах, но не могут ребра во внутренних точках пересечься. Дальше. Что такое связанность? Очень просто. Если я возьму и объявлю, что вот это у меня один граф, то это будет граф не связанный. О, в русских буквах, давайте проще всего объяснить. Есть буква А, которую я рисую, да? А есть буква У. Все понимают разницу? Вот это связанное, а это не связанное. Если я букву «ы» напишу так, то это будет связанное. То есть то, что состоит из нескольких кусочков, хотя бы из двух, называется несвязанный граф. Математическое определение такое. Граф называют связанным, если из любой вершины можно дойти до любой другой по ребрам. А если есть две вершины, между которыми невозможно пройти, то, соответственно, граф не связан. Так, без циклов. Цикл – это вот что такое. Когда двигаешься по ребрам и возвращаешься в прежнюю точку, хотя нигде не шел в обратном направлении. Ну, знаете, такое путешествие Магеллана, да? Что он сделал? Он поплыл,
Поплыл и обогнул землю. Вот это типичный пример цикла. Он никогда не поворачивал назад, но при этом, тем не менее, он пришел в точку. Вот пример графа, где есть цикл. Вот этот квадратик, это цикл. Можно, кстати, более хитрый цикл, вот такой вот, да? Можно еще более хитрый цикл, смотрите-ка, тоже цикл. Ну, в общем, что такое цикл? Когда мы движемся по кругу, никогда не возвращаемся строго назад, но в результате этого движения оказываемся в той же точке, с которой начали. Значит, итак, работаем. Сначала, разрешите, я подсчитаю, сколько у него ребер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь ребер. Так, теперь давайте буду считать вершины. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Девять вершин. Очень хорошо. Посчитали и для этого. Давайте его назовем дерево. Это граф дерева. Теперь, так, кстати, какой это был номер? Седьмой, по-моему, да? Икосаэль седьмой. Вот дерево восьмое. Так, все нормально. Рисунок седьмой, это Икосаэль. Теперь рисунок девятый. Не беспокойтесь, они будут не такие страшные. Девятый рисунок будет у меня устроен следующим образом. Я возьму тетраэдр и в нем сделаю зарубку. Представьте себе, из дерева изготовил тетраэдр, я его сейчас вам нарисую. Я его вам сейчас нарисую, самый тетраэдр из дерева. Так. Вот. И вот это невидимое ребро, поэтому оно пунктирует. И сейчас вот в этом месте страшным топором или болгаркой называется, знаете, пилы бывают, да? Не вращается. Не важно чем, важно, что в этом месте я выпилю. Давайте подумаем, что будет, когда я так вот выпилю. А будет очень просто. По вот этой грани будет один отрезок, по задней грани будет другой отрезок. И, естественно, что у меня будет, как, у меня будет, вот это вот по задней грани, да, так, давайте еще сильнее выберу, вот это будет по, вот, ну, вот это по задней грани, это по передней, и вот эта вот линия, не, наоборот, это по передней, она тоже видимая. Я все никак не мог сообразить, что у меня видимо, что да, и все будет видимое. Пусть мы так выпили, что будет видимо все. О, отлично. Обратите внимание, это довольно забавный многогранник. И его, не знаю, представьте, что его выпустили, да? Выпустили из него такой кусок. Посчитаем, сколько у него ребер, сколько вершин, сколько граней. Вершин. Одна, вторая, третья, четвертая. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь вершин. Так, ну давайте вот скушенный тетраэдр. Разумеется, это не математический термин, но зато понятно. Скушенный тетраэдр. Восемь вершин. Так, считаем ребра. Во-первых, зачет. Раз. Два, три, сзади, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Так, ребята, по-моему, у меня получилось 12 ребер. Пожалуйста, сами пересчитайте и проверьте, 12 или нет. Теперь давайте считать у этого многогранника. Давайте считать у этого многогранника грани. Ну, во-первых, остались
все четыре грани тетраэдра. Две из них стали меньше по размеру, но они, тем не менее, грани остались. Четыре грани остались. И еще добавились вот эти вот две. Всего... Совершенно верно. Всего получилось шесть штук. Ребята, а сейчас мы будем с вами совершать маленький кубик. Рисую большого размера. Это, строго говоря, для занятий не нужно, а нужно это просто для того, чтобы вы поняли, что я буду делать дальше. Это чисто педагогическая штука. Значит, итак, в каждой вершине, в каждой грани вверху по точке, и, естественно, внешняя тоже. И быстренько рисую двойственный граф. Значит, напоминаю правило. Если две страны имели общую границу, то, соответственно, центры этих стран, столицы этих стран должны быть соединены. Значит, я категорически настаиваю на том, что вы сейчас должны это себе в тетрадь нарисовать. Потому что пока вы это не сделаете, к сожалению, шансов нет, что вы это поймете. Так, смотрим, что у нас получилось. Здесь получилось что-то вроде квадрата. Конечно, косо расположенное, но тем не менее это четырехугольник. Здесь тоже четырехугольник, здесь тоже четырехугольник. И они, три штуки, примыкают друг к другу. А дальше внимание. Вот, это тоже четырехугольник. И вот это что? Четырехугольник. Дальше смотрим. Интересно, вот это. Раз, два, три, четыре. Внешняя грань – это тоже четырехугольник. А вот сейчас упражнение на такое воображение, в общем. Поймите, что это. Если оставить только пунктирные линии, ну вот думайте, вот это одна грань, это вторая, это третья, это четвертая, это пятая. И одна страшно большая вот эта вот внешняя грань. Дошло? Дошло. Да, замечательно. Так, ребят, пока вы это перерисовываете, очень прошу вас, конечно, перерисовать, внимательно посмотреть. Давайте я вам расскажу одну историю. На этой неделе, а именно в понедельник, состоялось замечательное мероприятие, а именно департамент образования вручал грамоты учителям. Мне тоже там была положена грамота, поскольку один из моих учеников, ну, собственно, меня все время кто-нибудь что-нибудь на Олимпиадах занимает. Но вот в прошлом году совершенно замечательный человек, Андрей Волгин, восьмиклассник, занял высокое место на Всероссийской Олимпиаде. Ну и, соответственно, об эту грамоту я получил. Так вот, очень поучительная история, как я ее получил. Приезжаю на этот торжественный концерт, где довольно большому количеству учителей, там за разные дела эти самые грамоты получало начальство. Приезжаю, и вдруг вижу рамка с металлоискателем. Показать сумку. Вывернуть все из карманов, вывернул, показал, покажу через рамку, звенит. Так, ремень снимаем, ботинки снимаем. Я говорю, ну слушайте, ну здесь же как-то вроде грязно, здесь же как-то улица. Ну не хочу я штаны снимать, ремень на улице. Нет, срочно. Ну слушайте, а может это самое, я же в списках есть, у меня паспорт, я сюда приехал. Давайте позовем ваше начальство. Замечательно. Позвал я это начальство. Нашли меня в списках. И дальше, ребят, очень поучительная история. Дальше этот самый охранник говорит, этого не пускать. Почему? Неласково на меня посмотрел. И дальше тоже очень важная вещь. Распорядитель этого мероприятия
эти самые чиновники из департамента, вдруг выяснилось, что имеют власти меньше, чем вертухай. Поняли? Он сказал, что эта интеллигенция не пройдет сюда. Понимаете, да? И действительно пустили. Не скажу, что я по этому поводу сильно плачу. Потому что, ну, не посмотрел я этот концерт, не посмотрел я на лица этих чиновников департамента. Но это страшно важно. Власть в нашей стране потихонечку переходит к вертухаю. Заметьте, я уже готов был ему и штаны снимать. Я уже готов был и ботинки снимать, и все что угодно. Но нет. Если ты, мурло интеллигентское, на меня посмотрел не ласково, то все, ты уже здесь. Вот. Это страшно важно. Это страшно важно. Потому что вот именно люди этого типа постепенно у нас, к сожалению, в стране приобретают власть. И важно понимать, что они в принципе не способны ничего. Надеюсь, вы понимаете, что никакого отношения к борьбе с терроризмом это не имеет. Потому что и паспорта там у всех проверяли. И было бы в высшей степени странно, если бы человек многие годы учил, значит, учеников, чтобы они там выиграли Всероссийскую Олимпиаду, и после этого пришел бы там кого-то резать в этом самом зале, да, учителей, или даже уважаемого там представителя департамента образования. Вот такая вот история. Подумайте на эту тему. А мы продолжим дело. Сейчас такую же картинку, как вот эта, я нарисую здесь. Что я сделаю? Я, сейчас будет трудно что-то. Вот эту грань давайте назову левая грань и поставлю здесь русскую букву L. Вот эту грань я назову, догадайтесь как? Передняя, фасад. Я назову ее буквой F. Фасад. Вон ту грань я назову задняя. Ставлю туда точку и пишу букву Z. И, наконец, у меня есть грань, которая внизу. Давайте я ее назову нижняя. Так, и еще есть две вот здесь. Давайте я нижнюю из них назову А, а верхнюю назову Б, потому что не придумал другие слова. Значит, сейчас. Нет, все. Какая правая? Задняя, левая, фасад, нижняя. Вот это А, вот это Б. Все, больше нет. Понятно совершенно, что грани 6 штук. Значит, грани 6 штук, это здесь у нас написано. Хорошо. Сейчас я делаю простую вещь, чтобы на этом чертеже не рисовать, потому что боюсь, что ничего не поймете. Я давайте вынесу вот эти вот точки отдельно. Так, сейчас делаю все. Сейчас я все сделаю. Вынесу эти точки отдельно. И мы попытаемся сообразить, что есть что. Значит, точки А и Б нарисовал. Точку С нарисовал. L, N, F. Поехали. L, N и F. Сейчас надо пройти и везде нарисовать, что с чем соединено. Двинулись. Значит, грань А имеет три ребра. Одно из них соединяет с фасадом, другое с задней гранью и третье с гранью Б. Отлично. С фасадом, с задней гранью и с гранью Б. Замечательно. Теперь Б соединяет с фасадом, с задней гранью и с гранью А. Как интересно. С фасадом, с задней гранью и с гранью А. Хорошо. Теперь, с чем соединен фасад? С гранью А, с гранью Б, два раза соединить, давайте, два раза, так и так.
соединен с задней гранью. Так что на самом деле у меня картинка будет вот такая фасада. Фасад соединен два раза, двумя способами, с задней гранью. И еще фасад соединен с левой гранью. И еще он соединен с нижней бухтой, какой много с чем соединенный фасад. Замечательно. Теперь нижняя грань попросту соединена с тремя. С левой, с фасадом и с задней. Так, с левой, с фасадом и с задней гранью соединена нижняя. Очень хорошо. Левая грань соединена с фасадом и с задней гранью. И с нижней, разумеется, тоже. С нижней, с фасадом и с гранью соединена левая грань. Так, теперь смотрим. По-моему, все. Да? Да, замечательно. Вопрос, как этот граф можно нарисовать попонятнее? Ну, наверное, не знаю. Я даже не знаю как. Давайте я так оставлю. Давайте я так оставлю. Собственно, вот получился у меня этот граф. И так, давайте я его назову S10. Вот. И у него посчитаем, сколько вершин, сколько ребер и сколько граней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть вершин. Между прочим, 12 ребер и 8 граней. По той простой причине, что эти на два объекта на самом деле двойственны друг к другу. Давайте я на всякий случай вам посчитаю, покажу, чтобы вы не сомневались. Итак, одна грань, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и внешняя восьмая. Получилось 8 граней. Ребра считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Победа. 12 ребер. Так. Двинулись дальше. Отрезаю кусочек. Пожалуйста, пожалуйста, все себе так нарисуйте. Значит, быстро рисуем куб. Рисуем куб и делаем у него такой вот срез. Получается куб с одной отрезанной вершиной. Куб с одной отрезанной вершиной. Быстренько считаем, сколько у него вершин, сколько у него, чего у него сколько, сколько у него ребер и сколько у него граней. Так, у куба сколько было вершин? Это граней было 6, вершин было 8. Вверху 4, а внизу 4. Значит, вершин у куба было 8. Одну отрезали, но вместо нее три поставили. Сколько стало? 11. Вершин было 8. Одну вычли, три добавили. 10. Молодцы. Значит, у нашей фигуры куб с отрезанной вершиной 10 вершин. Так, разбираемся с ребрами. Старые ребра никуда не делись. Правда, три из них немножко стали короче, но тем не менее, старые ребра никуда не делись. Но возникли три новых ребра. Значит, надо к количеству ребер куба прибавить 3. Получится 15. Грани. Старые грани опять никуда не делись. Ну, то есть, три штуки из них немножко уменьшились, разве, но количество никуда не изменилось. Но добавилась вот такая штука. Замечательно. Добавилась одна грань. Я это сейчас должен, собственно, написать. Граней было 6, а стало 7. Сейчас давайте быстренько я нарисую ту же самую картинку. Вот что называется здесь. Значит, смотрите, дело в том, что этот граф регланарный.
Понимаете? Он не планарный, здесь есть пересечение. Давайте я нарисую как планарный. Это очень легко. Значит, одна грань куба, внутри маленькая. Вот это я изображаю. А теперь как отрезать вершину? Очень просто. Взять и вырезать. А здесь вот так вот соединить. У нас остались две картинки. На самом деле это будут целые серии картин. А именно, мне нужно изобразить... Давайте, здесь у меня есть вполне еще место. Мне нужно изобразить пирамиду, призм и антипризм. Ребята, я немножко не рассчитал. Придется мне рисовать 14 рисунков. Значит, что такое пирамида? Берем многоугольник. Ну, например, я беру пятиугольник. Например, пятиугольник. Это называется основание пирамиды. Беру точку, называется вершина пирамиды, и соединяю ее с всеми вершинами этого многоугольника. То, что получилось, называется пятиугольная пирамида. Если бы, давайте я напишу, пятиугольная пирамида. Внимание, у пятиугольной пирамиды вершин не 5. Потому что 5 вершин – это многоугольника, который лежит в ее основании. Вершин у пятиугольной пирамиды – 6 штук. Теперь, сколько ребер у этой пирамиды? Видно, что в основании пятиугольной, значит, 5. И вот так вот шалашиком тоже 5 штук. Всего 10 ребер. Очень хорошо. Грани. Одна нижняя, вторая, третья, четвертая, пятая и та вот задняя шестая. Всего 6 штук. Таким образом, 6 граней. Безусловно, точно так же я мог бы нарисовать пирамиду не обязательно пятиугольную. Значит, это был рисунок кубик 11, по-моему, да? Это был рисунок 11, а сейчас у меня рисунок 12-4. Рисунок 12-4 вот какой. Если берешь, неважно, скольки угольник, абсолютно неважно, сколько у него сторон, берешь точку вверху, и соединяешь ее с всеми этими точками, то получается пирамида. N-угольная пирамида устроена очень просто. Есть одна вершина. И давайте, пусть внизу будет N-угольник. Тогда пирамида называется N-угольная. Тогда вершин будет n плюс 1, ребер будет 2n, а именно n в основании и n вот таких. И грани n плюс 1. Очень хорошо. Так вот, почему я захотел, чтобы у меня было еще хотя бы две картины? Потому что еще есть такой важный объект, как призма. Это 13-й рисунок. И антипризма. Это у нас будет рисунок номер 14. Ну, разумеется, многогранников есть еще бесконечно много, самых-самых разных, но в какой-то момент надо же остановиться. Каким образом устроена призма? Давайте я вам покажу, например, призму треугольную. Очень просто. Берешь любой треугольник и его рисуешь параллельно самому себе.
дальше соединяешь вот так. Поняли идею, что такое призма? Значит, берешь любой многоугольник, поднимаешь его на какое-то расстояние и соединяешь точку с той, откуда она поднялась. Значит, сколько... Так, ну, надо все-таки нарисовать рисунок 13 штрих обязательно. Рисунок 13 штрих. Ребят, я надеюсь, что здесь он вполне у меня войдет. Рисунок 13 штрих. Значит, каким образом? Берешь треугольник, внутри рисуешь треугольник и соединяешь вот так. Между прочим, точно так же для любой призмы. Давайте, 13 два штриха. 13 два штриха. Например, пятиугольник. Значит, как выглядит граф для пятиугольной призмы? Да. А очень просто. Вот так вот выглядит граф для пятиугольной призмы. Пятиугольник. Внутри еще пятиугольник. Вот эта грань вся внешняя. Это верхняя грань. Это была нижняя грань, она стала внешней. А вот это вот 5 штук боковые грани. Замечательно. А теперь вопрос, что такое антипризма? На этот вопрос очень легко ответить, если посмотреть вот на эту картинку. Ребята, октаэдр – это и есть треугольная антипризма. Я сейчас вам нарисую граф четырехугольной антипризмы, потом мы с вами легко... Значит, итак, рисунок 14. Четырехугольная антипризма. Надо сделать так. Нарисовать четырехугольник. Это легко. Дальше смотрите, что мы здесь делали для треугольника. Около каждой середины ставили точку. Сейчас сделаем то же самое. Около каждой середины стороны ставим точку. И дальше, господа, соединяем самым естественным образом. Заметьте, у меня... Ой, нет. Нет, нормально. Давайте будем считать, что это может быть красивее, но нормально. В чем здесь идея? Внизу расположен четырехугольник. Давайте, вот у меня есть замечательное здесь приспособление. Представьте себе, что это квадрат. А нет, еще лучше. Еще лучше есть два стула. Ребята, сейчас нам будет счастье. Вот смотрите, здесь есть квадрат, правда? Надеюсь, что на меня никто не обидится, потому что стулья во время эксперимента не пострадают. Смотрите, что я делаю. Если я поставлю вот так квадрат на квадрат и подниму, то это будет так, чтобы видно было, как его поднимать, то это будет неинтересно. Потому что когда я соединю, то будет призм. Согласны? А я могу сделать вот так. Смотрите, у меня, так я поставлю, чтобы не тяжело было, у меня внизу 4 вершины, у меня здесь 4 вершины, всего 8. И внимание, как соединено? Вот эта точка соединена вот с этими. Эта точка соединена с этой и с этой. Видите? Ну, естественно, можно было взять не обязательно, если бы стул был пятиугольный, такие, конечно, не делают, но тем не менее, то у меня получилась бы пятиугольная антипризма и так далее. Итак, N-угольная антипризма получается очень простым образом. Мы берем N-угольник, поднимаем его. Если бы просто подняли, это была бы призма. Но мы его поворачиваем. Вот таким образом, чтобы точка оказалась бы над середину. Понимаете? И дальше соединяем. Иногда барабаны такие бывают.
с треугольными боковыми гранями. Надеюсь, что все поняли. Теперь нужно посчитать, сколько же у этой фигуры вершин, не проблема, 8 штук. Сколько у нее граней? Это интереснее. Значит, верхняя и нижняя – это 2 штуки. И давайте смотреть. Вот этих треугольников 4 штуки таких вот с основаниями внизу и 4 таких. Это 8. По-моему, 10. Правда? Значит, у антипризмы 4-угольная. Ой, я призму забыл. Я забыл вписать призму, ребята. 13-й. Где он у меня был? Так, значит, 13-й. Бодренько вписываем. 6 вершин. Простите меня, пожалуйста. Значит, итак, треугольная призма. 6 вершин. Так, ребер у треугольной призмы. Кто посчитает? Из каждой из 6 вершин выходит 3 отрезка. 6 умножить на 3 – 18, 9, да? Ну и можно пальцем посчитать. 9 ребер. Так, грани сколько? Верхняя, нижняя и 3 боковых. 5 штук. Так или нет? Да. Так, отлично. 5. Смотри же. Тоже мне споры начались. 1, 2, 3, 4 и внешняя пятая. 5 штук. Так, теперь с этим разбираемся. С этим разбираемся. Значит, так, вершин 8 я уже говорил. Грани 10 мы уже тоже считали. Разбираемся с ребрами. Совершенно верно. Из каждой вершины выходит 4 отрезка. Вершин 8 штук. 4 умножить на 8 – 32. Каждая ребро посчитана 2 раза. Действительно 16. Так. Можно было бы еще довольно долго рисовать разные многогранники. Более того, это полезно. Это полезно взять самому и что-нибудь сделать с многогранником. Например, такая штука. Берешь октаэдр и на каждой грани еще пирамиду надстраиваешь. Или берешь куб и на каждой грани гранитку. Или как-нибудь срезаешь вдоль какого-нибудь ребра или вдоль нескольких. В общем, господа, дальше вопрос вашей фантазии. Можно нарисовать очень много разных. Но таблица 14 столбцов уже есть. Поэтому закономерность уже можно. Уже можно придумать, понять, в чем же там дело. Да? Там сложные вещи, это вершины и грани. И от них молодец. Это и есть знаменитая формула Эйлера. Давайте я ее напишу следующим образом, так как ее принято писать в учебниках. Если берешь количество вершин, вычитаешь количество ребер и складываешь это с числом граней, то получаешь ответ 2. То есть сумма вот этих вот двух чисел на 2 больше, чем это число. Давайте пройдемся, проверим. 14 и 8 – 22. 8 и 6 – 14. 3 и 2 – 5. 4 и 4 – 8. 6 и 8 – 14. 20 и 12 – 32. 20 и 20 – тоже 32. 9 и 1 – 10. 8 и 6 – 14.
6,8, 14, 10,7, 15, 6,6, 12, 6,5, 11, 8, 10, 18. В нашей таблице такой закон выполняется. Вот, это и есть основная цель нашего с вами сегодняшнего занятия. Доказать, что такая формула верна не только для рассмотренных нами нескольких примеров, но она верна всегда. Это общий, совершенно замечательный закон, которому удовлетворяют все планарные связанные графы. Как ни странно, доказать эту теорему очень легко. Для этого ничего, кроме тряпки, мне не понадобится. Вот давайте я демонстрирую, что в этой тряпке ничего не завернуто. Фокусник положен на ринг, да? Показывает, что самое, что есть, обычная тряпка. Любой из вас может дома найти, может быть, даже лучше. Но, во всяком случае, не хуже. Рассказываю. Я буду следить за поведением этого выражения, когда с графом, давайте начнем с самого первого сегодняшнего графа. Вот он есть, рисунок первый. Я буду делать с этим графом некоторые простые операции, а именно стирание ребра. Начинаем. Беру ребро. Вот оно, есть ребро. Любое, неважно какое. Лишь бы оно отделяло две грани. То есть с одной стороны одна грань, с другой другая. И это ребро уничтожаю. Стираю. Что при этом происходит с формой? Количество вершин не изменилось. Потому что эти точки я не стирал. Я стирал только линию, которая соединяет их. Но, ребята, стирайте, пожалуйста, запишите простую фразу. Стираем ребро, разделяющее две грани. И очень важная происходит вещь. Эти две грани сливаются в одну. То есть я должен стереть обозначение одной из них. Значит, у меня ребер стало на одно меньше, и грань тоже стала на одну меньше. Это выражение не изменилось. Почему? Потому что вот здесь стало не 20, а 19, а здесь стало не 8, а 7. Ничего от этого не изменилось. Увидели? Увидели. Тряпка продолжает свою работу. Беру вот это ребро и стираю его. Стираю его, заодно стирая цифру 8. Обратите внимание, сейчас я уже стер два ребра. Поэтому в таблице уже не 20 здесь, а 18. Я убрал две грани, поэтому уже не 8, а только 6. Но V минус R плюс G не изменилось. Теперь я вижу, так, было бы большой ошибкой стереть вот это ребро. Я на него нацелился, но заметил, что это неправильно, потому что это ребро не разделяет две грани. Оно, седьмая грань, это внешняя, это диаметр. Седьмая грань и здесь, и здесь. Видите, да? Поэтому вот это ребро как раз стирать сейчас нельзя. А вот это можно, а вот это запросто можно. Стираю одно ребро и стираю одну грань. У меня уже в таблице не 18, а 17. И грани у меня осталось всего лишь 5 штук. Отлично. Стираю вот это ребро, разделяющее первую и вторую грань.
ребро убираю, и грань при этом одна тоже исчезла. Уже теперь 14. Не то, так. Здрасте, я ошибся, да? Чего-чего? Грань 4, а это 16, да? Так, я где-то там ошибся, ну ничего. Ладно, почему можно заново пересчитать, проверить. Так, осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Я убираю вот это ребро и одну грань. Стало здесь у меня 3. Так, правда, что 3? Вот это и вся внешняя. Да, грани осталось 3. Вершин по-прежнему 14, ребер 15. Ребята, осталось стереть 2 ребра до того, как начнется принципиально другой этап доказательства. Значит, ну давайте, например, сотру вот это ребро. Давайте сотру ребро между 10 и 11 вершиной. При этом четвертая грань объединится с седьмой гранью. То есть я обозначение четвертой грани стираю, седьмой оставлю. И у меня, заметьте, осталось всего две грани. Обозначенные единичкой и обозначенные семеркой. И сейчас стало на одно ребро меньше и на одну грань меньше. То есть вместо 15 на самом деле 14, вместо тройки на самом деле двойка. Так, стираю последнее ребро. Например, вот это. Так, главное, нельзя стирать вот это, потому что мне можно стирать только ребра, разделяю. Вот и вот эти было нельзя стирать. Надо было стирать то, что разделяет первую от седьмой. Сейчас значок для седьмой грани стираю. И у меня осталась только одна единственная грань. Осталась одна грань, и ребер стало тоже на одно меньше. Так, ребер стало 13. Граф превратился в дерево. Вот эту мысль, пожалуйста, все себе запишите. Рано или поздно все циклы будут истреблены. Потому что каждый раз, когда мы же все время делали на самом деле одну и ту же операцию. Если у нас были две грани, вот представьте себе, такая грань и какая-нибудь такая. Если у нас были две грани, то мы стирали, соединяя разделяющие ребро, при этом эти две грани объединялись в одну, и количество ребер уменьшалось на единицу. Иногда, рассказывая о формуле Эйлера, говорят следующее. Представьте себе, что эти ребра – это на самом деле такие дамбы. Или бывают рисовые поля. Знаете, когда в Азии, в странах, где теплый климат, выращивают рис, то необходимо обильно поливать это поле. И делают очень просто. Заливают поле, но для того, чтобы вода, стараются его делать более неровным, для того, чтобы вода попусту не уходила, то делают такие земляные насыпи, которые разделяют между собой участки поля. И тогда удобно поливать. Так вот, здесь такая же идея. Представьте себе, что это сплошное поле. Каждая грань, она залита своим раствором каким-то. А вот эти вот ребра, это такие земляные насыпи. Когда мы ее срываем, то соответствующие воды полностью перемешиваются. Так вот, повторяю. Рано или поздно мы получим дерево. Потому что каждый раз у нас количество циклов уменьшается. А поскольку всего было какое-то конечное набор этих самых циклов, то рано или поздно все циклы исчезнут. И так пишем. Получится дерево. С этого момента будет совсем другая история.
Раньше уменьшались на единицу количество граней ребер. А сейчас та же самая тряпка. Но стирать я буду вот так. Смотрите, что произошло. Одна вершина и одно ребро исчезло. Все понимают? Одна вершина и одно ребро. Но вершина здесь идет с плюсом, а ребро идет, количество ребер с минусом. Поэтому, когда мы уменьшим на единицу количество вершин и ребер, вот здесь вот станет 13, а здесь станет у нас с вами 12, то закономерность не изменится. Если она была верна, то и будет. Если она не была верна, то не будет. Каждый раз стирая одну висячую вершину. Помните, раньше у нас нельзя было любое ребро уничтожать. Можно было уничтожать только такого типа ребра. Сейчас тоже во время доказательства нельзя стирать такое ребро. Можно только висячие вершины. Но любого дерева, пожалуйста, убираю такую висячую вершину. Убираю такую. Видите? У нового дерева опять есть висячая вершина. Убираю ее. Эту убираю. Все видят, как оно просто на глазах сокращается. Ой, бедное дерево, оно дошло до одного отрезка. Осталась одна вершина. Давайте запишем, что у нас осталось. Осталась одна вершина. Ребер нет вообще. И грань осталась одна. 1 минус 0 плюс 1. 1 минус 0 это 1, 1 плюс 1 это 2. Значит, для полученного графа, заметьте, он очень нехитрый, всего лишь одна точка. Для полученного графа утверждение верно. Но это выражение не меняло своего значения. А что значит, что оно не меняло свое значение и в конце равно двойке? А? Это значит, что оно так всегда и было равно двойке. Согласны? Да. Согласны. Молодцы. Теорема Эйлера доказана. На самом деле из нее есть очень много разных интересных следствий. Но я сейчас лучше покажу не следствие из этой теоремы, а пример, когда теорема Эйлера неверна. Казалось бы, странно, как так, если я говорю, что мы ее доказали, а после этого говорю, что приведу пример, когда она неверна. Оказывается, так бывает. Дело в том, что мы с вами доказали теорему Эйлера для всех планарных графов. Или, если угодно, она для выпуклых многогранников верна, потому что любой многогранник можно взять и так вот разложить на плоскость. Да? Как вы рисовали с вами, кубик можно вот так вот изобразить на плоскость, да? Тетраэдр вот так, октаэдр так и так далее. Но есть многогранник, и даже много таких многогранников, для которого формула Эйлера неверна. Давайте один из самых простых примеров я вам сейчас покажу. Это вот что такое. Многогранник, который получается
когда высверливаешь дырку в кубе. Боюсь, что мне трудно будет его нарисовать понятным образом, но зато на словах я легко могу все это вам объяснить. Значит, ребят, вот представьте себе, у нас имеется такой вот, ну, самый обычный. Это несложно. Народ. Это сложно или нет? Я вас спрашиваю. Несложно. А вот сейчас мы делаем следующую штуку. Просверливаем дырку. Прямо вот отсюда пробиваем насквозь до нижней. Не круглую дырку, чтобы легко было считать вершины и так далее. Значит, итак, я сейчас внизу рисую абсолютно такую же штуку. И после этого самым, что ни на есть, естественным образом соединяю. Понимаю, что нарисовать это достаточно сложно, но очень прошу вас это сделать. Вот это все невидимые линии. Это все внутри. Так, поняли или нет? Поняли. Отлично. Так вот, у этого многогранника я сейчас посчитаю количество вершин, ребер, грань. Вершин, ребер, грань. Поехали. Вершин. 4 и 4, 8, это как куба. И, естественно, еще 8 дыр. Вершин всего 16 штук. Очень хорошо. Ребер. Никуда не делись ребра куба. Их 12 штук. И вот этих сколько? 8. Неправда. 4. Если честно, их тоже 12. 4 здесь, 4 здесь и 4 таких. Всего, господа, 24 ребра. Теперь считаем грань. Верхняя грань, нижняя грань. Это две штуки. А также, слушайте, 6 граней куба никуда не делись. К ним еще добавились 4 таких. Сколько всего стало? К 6 добавились 4. Действительно, 10. А теперь считаем. Вершин минус ребер плюс грань. Так, вершин минус ребер плюс грань. То есть надо сложить вершины и грань. 26. Так, 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 так. Получается двойка? Да. Получилось? Да. Формула верна? Да. Отлично. А я обещал, что не будет верна. Да. Обманул? Да. На самом деле немножко обманул. Обманул я вас. Вот почему. Дело в том, что я сейчас чуть-чуть изменю эту картину, и странным образом числа изменится. Смотрите. Провожу ребро, второе, третье и четвертое. Сколько добавилось к количеству ребер? 4. Сколько стало? 28. На этом не остановлюсь. Я еще провел внизу 4 ребра. 28 и 4. Сколько? 32. Так, пожалуйста, зафиксируйте себе. Вверху провел 4 ребра. Внизу провел 4 ребра.
обратите внимание, с количеством вершин не изменилось ничего. По-прежнему 16 штук. Я новых вершин не добавлял. Теперь считаем грань. Внимание, это очень важно. Что произошло? С боковыми гранями ничего. С гранями, которые вот там вот в дырке, тоже ничего. На самом деле важная вещь произошла с верхней гранью и такая же с нижней. Одна верхняя грань, заменилась на 4. Согласны? Раньше была такая забавная верхняя грань, четырехугольник, срезанный четырехугольник. А стало 4 штуки. Значит, у меня вверху добавились 3 грани. Согласны? И внизу. Раньше была одна хитрая грань, а добавились 4 штуки. Значит, одна из чего добавилась 3. 3 плюс 3 сколько? 6. Раньше было 10, стало 16. Ребята, 16 минус 32 плюс 16 это 0. Получается, что формула Эйлера иногда верна, а иногда неверна. Это странно. Так в математике не должно быть, что у нас вдруг иногда формула верна, иногда неверна. Наверное, разгадку вы уже понимаете. У нашего многогранника, что называется, есть дырка. Очень часто вот эту фигуру называют бублик, ну, научное название, тор. И говорят, что это мы в шаре, ну, куб, можно себе примерно представлять как шар, да, в выпуклом многогранике пробили одну дырку. Так вот, настоящая причина такая. Надо запретить такие вот хитрые грани. То есть запретить рассматривать как одно целое грань, в которой дырка. И разрешить, чтобы грани многогранников были бы только многоугольниками, а не многоугольниками с дырками. Дырки запретить, да? И окажется, что тогда минус ребра плюс грань это 2 минус 2n, где n – это число дырок. Иногда вот эту штуку представляют себе как ручку. То есть представьте себе, что это у вас как многогранник, а к нему добавилось что-то вроде ручки. В общем, n – это количество таких вот дырок. Если угодно, беру такой многогранник. И вам советую тоже нарисовать. Беру такой замечательный многогранник. Значит, вверху большой прямоугольник. Сейчас мы все сделаем. Вообще, всегда полезно, доказав теорему, увидеть ситуацию, когда она не верна. Потому что иначе вы будете думать, что она верна всегда, и обязательно когда-нибудь доживетесь. Итак, берем следующую штуку. Значит, вот так, вот так. Там, естественно, у меня есть невидимые линии. Да? Вот так, вот так. И прорежу, например, три дырки. Собственно, почему даже ограничиваться двумя? Прорежу-ка я именно три дырки. Во всю вертикаль. Огромная просьба вам в тетрадях это тоже не поленится сделать. Так, вот оно там идет. Идет.
И мы сейчас аккуратненько посчитаем для полученной, для полученного многогранника все, что у него там есть. Так, отлично. Главное нам не ошибиться, потому что ответ-то я знаю, и если я вдруг получу не тот ответ, то я все равно добьюсь, чтобы у меня получился ответ правильный. Ответ я помню наизусть. Так, победа. Значит, как вы помните, для того, чтобы грани были настоящие, надо тут еще кое-что нарисовать. Ну а давайте так, прежде чем я нарисую картинку до конца, давайте посчитаем именно у этого многогранника, сколько у него чего. Сколько у него грани, сколько вершин, сколько ребер. Поехали. Значит, вершин. Дальше, значит, у меня идут ребра. Дальше грань. 8 вершин исходного куба. Еще 8 вершин этой бирки. 8 вершин этой и 8 этой. 8, 8, 8 и 8 – это 32. 32 вершины. Вершины. Разве нет? Нет. Я сказал про вершины, сказал правду. А написал непонятно куда. Да, написал про ребра. Это 32 вершины, извините. Теперь у этого многогранника считаем ребра. Это, как положено, 12 ребер исходного куба. И еще 12, 12 и 12. То есть 4 раза по 12 – это 48. Как, почему? 48, все нормально. Потому что, ну как, ребра, они эти, они все независимы. Хорошо, теперь грани. Значит, разумеется, будут 6 граней исходного куба. Правда, в одной из них сделаны прорези, ну да ладно. Вот, 6 граней. И каждая из этих дырок даст нам 4 штуки. Согласны? 4 вот этих боковых стенок. 4, 4, 4, 3 раза 4, 12. 12 и 6. 18. Замечательно. Заметьте, пожалуйста, пока кажется, что формула Эйлера верна. Но на самом деле, для того, чтобы грани были настоящие, я должен, так же как в предыдущей задаче, нарисовать еще какие-то отрезки. Давайте я вверху нарисую вот такие вот отрезки. Ну и, разумеется, внизу нарисую абсолютно такие же. Замечательно. Смотрим, сколько отрезков добавилось. Давайте я полностью покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8. 8 отрезков добавилось вверху, ровно столько же внизу. Значит, число 48 я должен зачеркнуть и добавить к нему число 16. 48 и 16 – 64. Согласны? С количеством вершин при этом ничего не изменилось, не произошло. Вершин как было 32, так и осталось. А вот с количеством граней произошло. Потому что верхняя грань, которая у нас считалась как одна, теперь превратилась, смотрите, посмотрите, это не считается, потому что это дырка, это тоже дырка, и это тоже дырка, а все остальное считается. Считаю. 1, 2, 3, вверху 4, внизу 5. Значит, верхняя грань превратилась в 5. То есть добавилось 4 штуки. 6. 6.
Спасибо, я забыл еще вот это. Значит, добавилось 6 минус 1, 5 штук. Столько же добавится. Согласны? Добавится еще 5 штук. Значит, я должен число 18 стереть и написать на его место что? 28. 28 написать на его место. Отлично. А теперь высчитываю. 32 минус 64 плюс 28. 32 и 28 это сколько? 60. Это 60 минус 64. Такой возможно, господа. Получается отрицательный ответ. Если у меня есть 60 рублей, а я должен 64, это значит, что когда я все деньги отдам, 4 рубля долго останется. Получился ответ минус 4. Обратите внимание, здесь, когда была одна дырка, получался ответ 0. По очень простой формуле. 2 минус 2жды 1 – это 0. Когда я выпилил 3 дырки, то получился ответ, ровно по формуле, ровно вот по этой нашей формуле. 3 дырки – это значит n равно 3. Пишу. Значит, пишу так. 2 минус 2жды 3. 2 минус 6 – это минус 4. То есть, ну, я, разумеется, не буду ее доказывать, хотя это несложно, если строго объяснить все понятия, то доказательство, в общем, по сути, не отличается от того, что я сегодня сказал. Ребят, смысл такой. Обобщенная формула Эйлера, она формулируется, вот она, обобщенная формула Эйлера. N – количество дырок. Если у нас плоский граф, то никаких дырок, слава богу, нет, и получается ответ двойка. Прошу вас. Что? Или это вы не поняли? Значит, смотри, пожалуйста. Когда проводишь ребра, то возникает 4 грани. Это правда. Но одна при этом исчезла. Понимаешь? Вот если я сейчас достану из кармана 100 рублей, дам, а вы мне дадите 2 раза 50. Скажите, пожалуйста, насколько бумажек, в смысле денег, количество денег ничего не изменится, а в смысле количество бумажек, насколько изменится в моем кармане количество бумажек? На 2 или на 1? На 1. Потому что я отдал вам одну бумажку 100 рублей, а вы мне дали 2 бумажки, каждая по 50 рублей. Здесь ровно такая история. Мы отдали одну хитро устроенную грань, а вместо нее нам дали 4, обычно 4 рублей. Поэтому количество изменилось не на 4, а на 3. Понял тебя? Все, отлично.